Так, еще раз. Меня всем слышно? Друзья. Ладно. Итак, сегодняшняя тема нашего вебинара – это болезни желудка и хирургические лечения. Она очень часто приходит к владельцу. Говорят, ой, собачка наша не кушает, ее рвет, но она несколько дней в туалет не ходит. И начинает, соответственно, обследование. Гастротомия. Чем различается? А для чего мы проводим гастротомию? Это первое, для удаления инородных предметов. При перфорации стенки желудка инородными предметами. Для удаления одинаковых поверхностей из этой оболочки доброкачественных опухолей стенки желудка. Язвенная болезнь желудка с осложнением в виде внутрибрюшного кровотечения. Некротические повреждения стенки желудка с последующей резекцией. Заворот желудка невозможно. И невозможность удаления кормовых у нас путем зондирования. Техника операции. Гастротомия чаще производится в продольном глине оси желудка направлении, без сосудистом участке передней стенки. Преимуществом продольной гастротомии является возможность при необходимости продлить разрез стенки желудка как краниально до субкраниального отдела, так и дистально на неспешную кишку с рассечением привратников. На месте предполагаемого патологического процесса накладывают шелковые швы державки, между которыми рассекают серозную и мышечную оболочку, лигируют сосуды последовательного слоя и скрывают предварительной изоляции операционного поля по свет желудка. Примерно как показано на этой картине. Разводя края раны тупыми бручками, производят осмотр внутренней поверхности и необходимые манипуляции. То есть при удалении, если мы удаляем узкие длинные инородные тела или гвозди, что-нибудь подобного рода, то мы не делаем на желудке какого-то разреза. Мы можем просто один конец подвести к передней стенке желудка. Вот. И вскрыть желудок прям на размер этого инородного отдела, совсем чуть-чуть. Так, операция завершается у нас ушиванием желудка, медленно рассасывающимся швом двухэтажным. После ушивания, соответственно, промываем брюшную полость антисептическим раствором. И дальше уже зашиваем брюшную полость. Послеоперационная период включает в себя стационарное наблюдение с контролем показателей края, поддержание инфузионной терапии и трехдневную голодную диету. Но трехдневная голодная диета тоже, в принципе, от 24, можно до 24 часов, именно трое суток. И такой шарчик бывает двухэтажный на желудке. Пилорометрия. Что такое пилорометрия? Это рассечение привратника. Показанием к подобного рода операции является сужение просвета либо гипертрофия циркулярных мышц пилоруса, либо гиперплазия во слизистой оболочке, либо одновременно в развитии как гипертрофии мышц или гиперплазии слизистой. Как на данной картине указано,
стеноз привратника. Сужение его просветов и непроходимость масс. Соответственно, это за работу. Техника проведения операции, то есть лапароскопия по белой линии в краниальной области живота или справа парасакрально. Пальпация определяет положение пилориса, делают продольный разрез серозной оболочки и поверхностного слоя мышц с противоположной стороны от брюшейки. Разрез ведет до точки, находящейся прямо за пилорусом, в сторону желудка и двенадцатиперстной кишки. Циркулярную мускулатуру разрезают, пока слизистая оболочка не начнет выбухать по всей длине разреза. При слишком сильном набухании слизистой оболочки края разреза мышечные оболочки ушиваются в поперечном направлении узловатыми тяжками, которые накладываются на большом расстоянии друг от друга. Примерно вот такой разрез до слизистой оболочки, то есть не повреждая слизистую оболочку, делается надрез. Схематическое изображение желудка. Пожалуйста, снос пилорус в эндоскопическом исследовании. Да, это типа маленькая, но... Так. Первый метод, который я вам рассказывала сейчас, он называется методом Рамштетта. Он выключается, опять-таки, повторюсь, в рассечении пилоруса до слизистой оболочки. Швы накладываются в том случае, если мы породили слизистую оболочку. Как указано на картине. Наиболее ответственным является момент рассечения привратника, вместо его перехода в верхнюю кишку, так как здесь мышца истончается, и нависающая на ней слизистая оболочка может быть повреждена. Для контроля целости слизистой оболочки надавливают на желудок, и содержимое его перемещают по направлению в верхнюю кишку. Этот простой прием позволяет вовремя диагностировать перфорацию. При обнаружении перфорации дефект ушивают одним или двумя швами. Если это осуществить трудно, ушивают вместо пилоротомии и делают разрез на противоположной стороне. Так, пилоропасика по гениту Куличу. Привратник определяется по пилорической вене и пальпаторно. На 12-перстную кишку по краям передней полуокружности привратника накладываются швы держалки, которые одновременно лигируют пилорическую вену. Разрезом длиной 6 см рассекают переднюю стенку пилорического канала на равном расстоянии в обе стороны от привратника. Образовавшиеся продольные отверстия в стенке переводят поперечины путем тракции за швы держалки. Через все слои накладывают непрерывный шов, а затем второй ряд узловых серьезных швов. В избежание сужения соуса целесообразно сначала сшивать только слизистую оболочку желудка и 12-перстной кишки или иногда закрывать пилоротомическое отверстие одним рядом узловых швов. То есть, если по Рамштетту мы не зашиваем, то по линейке Микулича зашиваем. Примерно вот так. Так, есть еще пилоропластика по Вохилу. Разница в разрезе, какой делается разрез. Как здесь указано, по Вохилу у нас получается разрез треугольный. На предыдущий у нас просто получается разрез. И тогда мы зашиваем. Оба этих варианта используются при язвах. Вот, то есть удалили язву и зашили. Перекрут и сильное расширение желудка. Показания это сильная тимпания, перекрут. Инструменты, которые нам понадобятся, ногу в желудочной зоне, спирационный тракара или кармюля с широким просветом, кишечные зажимы, щипцы. Так, в принципе, как показано на рисунке, какие бывают перекруты. Это
Первый в норме, второй перекрут на 90 градусов и перекрут на 360 градусов. Так, первое, это при подготовке к операции первое, что является, это устранение шоковых явлений. Внимание уделять очень большое водоцелевому сплошному равновесию. Ну и нормализация сердечного сердцебиения. Так, необходимо попытаться достичь декомпрессии желудка при помощи зонда. При успешной декомпрессии в случае расширения желудка хирургическое вмешательство можно не проводить. Если зонд не удается ввести, ее оставляют на месте и вновь продвигают вперед после позиции. Животное укладывают на спину, в лапароктомии происходит по белой линии. Так, сперва анатомия, что нам надо сделать, это снизить давление в сильно сдувшейся желудке при помощи спирационного прокара. При перекрутке желудок управляет круговым движением. Для этого желудок захватывает вблизи пилоруса, раскрытой рукой, которую вводят между стенкой желудка и реберной дугой. Дальше вытягивают часть двенадцатиперстной кишки, пролегающую к привратнику, при необходимости выставляют положение селезенки. Двенадцатиперстной кишки и сальника. Невозможно извлечение крупных кусков пищи с помощью зонда при наличии пулевых щипцов, показанных гастротомией. И дальше у нас гастропексия. Гастропексия нужна для профилактики рецидивирующего перекрута желудка. То есть положение желудка, как обычно, на спине, лапароктомия по белой линии, градируется жировой подушкой, все поведение желудки. При двери пилоруса захватывают влажными компрессами или зажимами, не проворачивая, перемещают к переднему углу разреза брюшной стенки. В вершину поперечной фасы влагалища прямой мышцы живота в криниальной части лапароктомной раны накладывают шов, захватывающий на протяжении 4-5 см стенку желудка в зоне, не насыщенной кровеносными сосудами, а также серозную мышечную оболочку с наименьшим натяжением. Затем брюшную полость зашивают обычным швом. То есть, особо здесь ничего сложного нет. В принципе, да. Вот, показано на рисунке. Подшиваем стенку желудка к брюшной стенке. Во избежание дальнейшего перекрута. Обычно к этому предрасположены крупные породы собак. Там, те же самые доги, ретриверы, лабрадоры, овчарки и так далее. Это еще один метод гастропексии. Резекция части желудка и подшивание брюшной стенки. Ну, вот как-то как ухитриться. В принципе, на этом лекция закончилась. Спасибо за внимание. Спасибо.